Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикраса». Это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Поехали! Такой огромный просто пакет пустых баночек, много всего интересного, давайте по порядку. Первое, что покажу, это порошок, целых две пачки, потому что я беру в запас, пересыпаю в контейнеры для порошка, мне так удобно, и все. И несколько месяцев у меня голова не болит. Как правило, я пересыпаю три пачки, да, у меня контейнер полный практически, и все. Я забываю, что мне надо покупать порошок на несколько месяцев. Здесь 800 грамм, он гипоаллергенный, он гранулированный, он подходит астматикам, он подходит атопикам. Детки, у кого страдают аллергии, вот девчонки прям писали, что ни один другой порошок подобрал. Не смогли себе, да? Так, артикул у нас с вами 322, это альпийские луга и горная свежесть у нас с вами 323. Я их очень люблю, именно вот эти два аромата, я стираю ими и цветное, и белое, и все на свете. Он полностью выполаскивается, никаких нареканий нет, вещи не выглядят застиранными. Люблю, обожаю, цена адекватная, все супер. Очень полюбилась мне относительно недавняя новинка, теперь всегда у меня есть в запасе в доме, это моющее универсальное средство с пробиотиками, вот такой артикул 307.00. Классное. Знаете, почему полюбила? Для чего полюбила? Для раковины эмалированной, да, для эмалированных поверхностей. Плиту тоже нормально отмывает, но послабее, чем средство для духовок и плит. А вот раковину просто на ура, мы с вами тестировали его и все подтвердили, что блеск просто нереальный. Поэтому всегда есть теперь в запасе, я наношу, губочкой разношу, оставляю на 5-10 минут, прихожу, смываю, налет от воды, какие-то пятна, все удаляет прекрасно, обожаю. И действительно, поверхности дольше остаются чистыми, вот это вот я заметила. Здесь есть такая функция, она заявлена, да, действительно чистыми. Я даже, запах практически никакого не имеет, он еле уловимый, я даже недавно мыла с ним полы на кухне, и вы знаете, вот они как-то тоже дольше чисты, пыль не садится как-то, ну не знаю, мне понравилось. Дальше, водный спрей-освежитель Аква, у нас с вами Аква-спрей, Аква. Тропический бриз, но он Аква, он такой вот свеженький, легенький, классный, люблю его, особенно на теплое время года, 303, 26 артикул, безопасный, если у вас есть маленькие детки, животные, все в этом плане нормально. Мы сейчас постоянно ставим вот так вот на заглушку, чтобы Крис не могла нажать, потому что она очень любит это делать, да. Все супер, периодически разные ароматы беру, очень устраивает. Так, детский крем для мамы и малыша, эту серию выводят, но крем еще на сайте есть, я заказала, вот в заказике уже, или придет, или должен прийти, не знаю, какое видео выйдет первым. Артикул его 16.45, он пока есть, и это здорово. Больше ничего, комплекс для купания еще есть, и больше ничего нету. Многие девочки переживают, многие девочки полюбили, как и мы, всей семьей пользоваться подмывашкой из этой серии, и новинки. Обновленную детскую серию нам задерживают, но обещали в 15-м каталоге все будет. Очень ждем, потому что там под гузой, я хочу узнать цену, мне очень интересно, поэтому ждем начала 14-го каталога, чтобы увидеть, полистать 15-й, надеюсь, там все-таки будет детская серия. Крем, кстати, потрясающий, он очень легкий, он гипоаллергенный, 0+, им можно пользоваться даже как кремушком перед выходом на мороз, на холод. Пока есть, вот запасайтесь, потому что, мне кажется, все там остатки распродают, и не будет его. Он действительно крутой, он классный, здесь есть пантенол, депантенол. Состав замечательный, он легкий, он снимает раздражение, покрасивает. Вот мы его оценили прям в полной мере. Мусс для интимной гигиены серии Эксперт Фарма. Артикул 268. Люблю и покупку повторила. Он мне как-то по первости почему-то, когда только появился в формате мусса, сушил. Сейчас нет, вроде все нормально, вы знаете, ничего такого нет. Но у меня под конец, когда средство где-то вот так осталось, сломался дозатор. У меня обычно проблем с дозатором Фаберлик нет, хотя многие девчонки жаловались на эту проблему в различных средствах. Да? А тут он все, его вот нажимаешь, и он в этом положении остается. Его нужно рукой вот так доставать, чтобы нажать еще раз. Это, конечно, косяк. Косяк, причем по полной программе, но ничего, да, пользовали кое-как. А так во всем устраивает. И одушка легкая, деликатная, все отлично. Приправа для сочной курочки Нечаев Family Club, артикул 161.31, является одной из любимых приправ в нашей семье, потому что она классная. Но она прям насыщенная, очень насыщенная. Вот пустую банку даже открываешь. И аромат на всю квартиру. Очень пахнет карри, очень пахнет тут вот какой-то вкусной специей, не могу назвать. Аромат бьет в нос, поэтому, когда что-то с ней готовите, надо прям совсем чуть-чуть. У нее очень маленький расход, но, тем не менее, мы баночку достаточно быстро добили, потому что она вкусная. Она очень вкусная, ароматная и насыщенная. И еще одну взяла. Я тут недавно в своих запасах нашла гель-герметик для восстановления эмали зубов. Он у меня куда-то запал, я его достала. 17.35, я его тестировала уже давно, когда он только появился.
И вы знаете, у него есть легкий накопительный эффект, и он как-то снижает чувствительность зубов. Не скажу, что прям с одной процедуры, но я старалась сделать все по инструкции, это очень муторно, потому что здесь надо нанести после чистки зубов на сухие зубы, удалив с них влагу. Понимаете, да, насколько это вообще все энергоемко, распределить средства по поверхности зубов, можно захватить и десны, и с помощью ватной палочки или сухой щетки оставить на 3-5 минут, не сглатывать, то есть и все это должно быть сухо, вот эти 3-5 минут, понимаете, это достаточно проблематично, я строго делала по инструкции, и да, два раза в день делала, и как-то было получше, и вот в принципе, ну, наверное, уже практически год, у меня нет повышенной чувствительности зубов, хотя сейчас снова чищу пастами Faberlic, ничего, все нормально. Поэтому, у кого есть такая проблема, рекомендую присмотреться, линейка Expert Pharma, вот так он выглядит. Дальше у нас с вами влажная туалетная бумага, что детская, что вот это не детская, очень нравится, всегда должна быть, здесь 40 листов, она смываемая, большой ей за это плюс и респект, артикул 304.00, она плотная, нормальная, все здорово, расход у нее, ну вот мне две штучки надо, да, на раз. Нравится. Влажная туалетная бумага – это вообще гениальная задумка. Дальше пройдемся по тканевым маскам. У меня вот такая вот матча. Такая матча. И вот такая вот антивозрастная. Вы знаете, вот эти маски, они более-менее. Антивозрастная на 0,72, матча 0,071. Они более-менее. Больше понравилась антивозрастная. Там сыворотки дофигища. Вот она даже у меня сейчас в пакете протекла, потому что ее нереально все использовать. На тело хватает, капает. На тело, на все тело абсолютно хватает с лихвой остатков сыворотки. Ее очень много, за это респект. Лекало все-таки недоработанное, немножко неудобное. Минус. И еще, когда расправляешь лекало по лицу, все равно вот этот косяк Faberlic именно, заломы остаются на самой маске, их не расправишь идеально по лицу. И потом, после того, как вы снимаете маску, эти заломы остаются на вашей коже. Вот этот косяк Faberlic я простить не могу, поэтому повторно маски брать не буду, конечно. Даже если бы они каким-то супердействием обладали, вот этот косяк, когда ты снимаешь тканевую маску, лицо твое должно быть разглажено, оно у тебя потом в заломах. Нет. Вот что-то нужно им с лекалом придумать. Я не знаю, может быть, там какая-то грубая ткань используется, может быть, надо помягче, чтобы вот этих заломов не было. Другие же маски, даже самые бюджетные в масс-маркетах, их надеваешь, нет там никаких заломов, то есть разгладил вместе с сывороткой по лицу, и все нормально, а эти не разглаживаются. Соль уэльская, обычная белая соль, повторяем покупку не первый раз, 161.46 артикул, малосоленая такая соль с низким содержанием натрия, якобы полезная, мы в это свято верим, поэтому берем, уже привыкли, что блюда наши не такие сильно соленые, да, поначалу было тяжело, потому что она действительно не такая соленая, как обычная соль, но потом мы потихоньку привыкли, поэтому да, всегда есть, как здорово, что в Faberlic есть даже соль. Так, Dream Therapy, надо, кстати, повторить, расслабляющий мист для сна. Я реально и на крестюшке заметила, вы знаете, на подушке побрызгаешь, и ребенок как-то вырубается моментально. К чему бы это? Вообще мне очень нравится, мне очень нравится. Аромат у этой линейки очень насыщенный. Я не скажу, что это прям какая-то лаванда, многие ее не любят, она такая парфюмерная композиция, очень интересная, но он действительно расслабляет. И был интересный момент во время моей беременности, когда я просто вырубалась на каждом шагу, когда пользовалась этой линейкой, я даже перестала. А сейчас мне нравится, но только прям перед сном, в течение дня нет, конечно, нет. Классный артикул, я вам сказала? Нет, не сказала, 25-59, мист суперский. Вот можно вечером перед сном идете в душ, на тело побрызгать, можно на подушечки, на постельное белье, или просто распылить в комнате. Действительно расслаблять, я не знаю, что там такого есть, что может вот так вот расслаблять. Но это работает, я заметила. Ватные палочки, обалденные, всегда и пользуемся только ими, 910-254 артикул, они бамбуковые, у них твердая палочка, у них очень плотно намотан хлопок, натуральные, классные, крутые палки, супер. Сейчас все это модно, эко-эко, да? Так, Ля-крем у нас с вами обновляющий ароматный, обновляющий крем-гель для душа. Ля-крем классный гель для душа, на самом деле, они нежные, они не сушат, ароматы деликатные, и ароматы такие интересные. Вот здесь у нас с вами фисташковая... Фисташка. Здесь действительно есть фисташка. Молочные протеины везде, да? И вот она такая фисташка молочная. В общем, они деликатные, кремовые, классные. Поэтому супер. Артикул 86.77. Кто не пробовал еще гель для душа Ля-крем, прям рекомендую. У меня теперь из пакета все, блин, в сыворотке от маски. Сижу по себе, размазываю. Так, средства для очищения ванной комнаты. Оценила по достоинству. 302.21 артикул. Оценила и очень нравится. Вы знаете, для проблемных участков прям подходит. Но здесь надо быть аккуратным, оно съедает покрытие. Я пока аккуратно не буду, потому что я планирую, когда будем делать ремонт ванной, покрывать ее снова. Вот тогда я буду аккуратной. Ну, из баллончика, знаете, можно покрыть акрилом, красочкой, чем угодно. Сейчас
много способов обновить свою ванну, да. Она у меня чистая и белая, но там есть шероховатости. То есть я слежу за чистотой. Вы помните мое пятно, которое мы очень долго оттирали, и нашли все-таки чем оттереть. Ни одно средство не брало, в том числе и это. Но поддерживать в чистоте, да, то есть раз в недельку, два раза в недельку вот чистить вот этим средством классно. Я накручиваю распылитель фаберликовский тоже сюда. Он подходит. Распыляю на ванну, оставляю минут на 10. Здесь не более 5 минут, по инструкции заявлено. Поэтому смотрите, у кого чугунная ванна. Акриловую свою ванну я оставляла, и там ничего, никакое покрытие не съедала. В прошлой квартире у меня была акриловая, да? Все нормально. А вот у кого чугунная, покрашена они, да? Будьте аккуратны, потому что съедает покрытие, она будет потом шероховатая. У меня оно съелось, когда мы пятно очищали, и до этого она была шероховатая. Ванна старая, но она крутецкая, она глубокая, поэтому я ее менять не собираюсь. И вот это средство, оно очень хорошо справляется с пятнами, даже въевшимися, вот в тех местах, где покрытие у меня уже повреждено. Но я оставляю на подольше, да? Я пока не жалею ее, потому что знаю, что буду покрывать в будущем еще чем-то сверху. Шампунь-активатор густоты волос из серии Expert Farm. Он как-то был на распродаже, поэтому взяла. Вообще мне эта серия очень нравится. Она работает, если применять в комплексе, да, ампулки и от перхоти эта линейка. Они все очень рабочие, очень классные, действительно помогают. Артикул 1691. Я не знаю, за счет чего он активирует густоту волос, но с волосами у меня после этого шампуня все прекрасно. Это лечебная на самом деле формула, это космецевтика, поэтому у кого есть такие проблемы, присмотритесь. Но лучше брать комплекс ампулки, шампунь, масочку разогревающую. И тогда будет действительно классный результат. Сухой шампунь, который у нас с вами темненький, подкрашенный такой, да, 2870 артикул. Я вам говорила уже, что он хуже батист, но тем не менее он продлевает чистоту корней волос, да, и кожи головы. Я могу на второй день им воспользоваться, и мою голову я теперь волосы и голову не через день, а через два дня. Раньше я всегда через день мыла, корни жирнились. Но так как я сейчас блонд, практически, да, у меня корни жирнятся реже, потому что волосы более сухие, и с помощью шампуня сухого я продлеваю вот эту вот чистоту, то есть по всей длине вообще они не требуют мытья, а кожа головы жирнится. Вот я через два дня, на третий день получается, я вот теперь мою голову, и меня все устраивает. Он похуже батист, но если сравнивать, сколько сейчас батист начал, ну, вообще капец, он везде что-то так дорого, и на скидках его не найдешь. Раньше как-то был на Озоне, на Вайлдберрисе, а сейчас не найдешь, то, возможно, я и повторю покупку. А так, конечно, лучше батист я пока не нашла ничего. Так, гель для душа мужской, блокбастер, вот такой вот, артикул 2714, он прикольный. Я им тоже попробовала в душе воспользоваться. Здесь черные частички перца, он такой интересный, аромат у него классный, мне очень нравится. Мужской, суперский, пенис хорошо, вообще парфюмерный гель для душа, Фаберлик, они как бы к ним никаких нареканий нет. Опять все в сыворотке. Закончился фитоконцентрат, вот такой вот wellness, напиток чайный растворимый, артикул 157-15, пила где-то через час после завтрака. Многие пьют его натощак, здесь 14 порций, для чего пила? Он дарит бодрость, девчонки, он дарит бодрость. А вообще он нам что обещает-то? Даже не написано, что он нам обещает, но здесь интересный очень состав. Экстракт черного чая, здесь много экстрактов от шиповника, сок апельсина, матча, лимон, зеленый чай. Некоторые девочки отмечали, что с ним процесс похудения идет легче. То есть, если вы один его будете пить, конечно, вы не похудеете, но как-то вот он этому способствует. Лимонная кислота, гуарана, вот бодрость за счет чего, да? Хороший очень состав, скорее всего, я еще повторю. Так, артикул я вам сказала, да, 157-15. Прикольная штука такая. Растворяла ее в холодной водичке, полную чайную ложку с горкой на стакан воды. Вкусненький такой, вкусненький фруктовый такой вот холодный чаечек. Ничего плохого про него сказать не могу. Еще один парфюмерный гель для душа, восьмой элемент мужской. Артикул 81-16, тоже классный, тоже запах обалденный. Пенится хорошо, нареканий никаких, мужу нравится. Концентрированный гель для стирки детского белья, линейка Фаберлик Baby. Тоже какая-то скидка была, по-моему, я взяла. 115-15 артикул. А так я стираю порошком Фаберлик детские вещи уже давно. Он классный, он суперский. Мне нравится у этой линейки одушка. Особенно нравится кондиционер, он пахнет зеленым чаем. Здесь она более деликатная, но тоже зеленый чай. Практически ее нет здесь одушки. Отстирывает, тем не менее, несмотря на то, что детский 0 плюс очень хорошо, поэтому можно присмотреться. Must-have, must-have просто, салфетки Petty Pets, влажные чистящие салфетки без пятен и запахов, артикул 308-04, много раз пою им оды уже очень много раз, как они безумно справляются с пятнами, круто, оттирают,
Еще я эту историю раз расскажу, потому что многих девочек новеньких бывает на канале Крестюшка ест пюрешки, они все очень окрашивают ковер наш светлый в зале, она, естественно, хороняет, иногда ими балуется. Беру вот эту салфеточку, все вытираю изумительно, на одежде то же самое, на ковре. Прям работает лучше, чем пенный очиститель для ковров. Салфеткой прошлась, все потрясающе, все чисто, идеально. Контейнер для соли Faberlic Home. Я помню, когда еще его взяла, Катюшка на канале Faberlic Love, она говорила, что он у нее сразу поржавел, и она его отправила как брак. У меня он не ржавел, я пользуюсь им уже несколько месяцев, но тут у меня Ксюшка взяла в ванную поиграть, какой-то она там замес опять слаймовый делала, ей соль была нужна. Вот, и, видимо, она его намочила. Намочила, и он поржавел весь. Где вам показать, тут плохо видно, но, в общем, там внутри и по бокам вот здесь ржавчина. Я уже, конечно, пользоваться таким не буду, да, хотя можно было баночку для чего-нибудь оставить. Да нет, она не нужна. Поэтому несколько месяцев попользовались и все, да, намочился и тоже крышка проржавела, поэтому выкидываю. Меня вполне устраивает баночка от соли, как бы все нормально, реканий нет. Весь в сыворотке вылезает антиперспирант серии Barber Lab мужской. 25-43 артикул, пахнет эта серия классно, шарик здесь огромный. Но больше женский аромат, по мне. Нет здесь такого мужского, какого-то терпкого аромата. Но всей серии такой слащавый на самом деле. Классный антиперспирант, мужу понравился, пользовался с удовольствием, поэтому, скорее всего, покупку еще повторим. Кофе. Кофе растворимый у нас с вами «Добрый день». Вот такая баночка. 160-49 артикул. Пользуемся, пьем с удовольствием, просто с огромным. Он гораздо лучше меня, по крайней мере, бодрит, нежели магазинный кофе. Я не нашла ему аналогов. Я очень люблю теперь кофе Faberlic. Когда он без молока, он горчит. А я пью только с молоком, поэтому нормально. Я раньше брала день. День не так горчит, девчонки, нет. Утро оно больше горчит, когда без молока. Но сейчас меня устраивает и утро, потому что с молоком вообще эта горечь не чувствуется. А я пью всегда с молоком. Кофе классный, он с добавлением молотого, поэтому есть небольшой осадочек в кружке. Но за счет этого он терпкий, суперский. Пьем только его. Так, дальше. Детские влажные, влажная туалетная бумага. Супер, вообще обожаю. Так, артикул 304.01. Прокладки ночные. Артикул 112.95. Нормальная цена. Частенько сейчас бывают скидки, слава богу, они появились. Вы помните, как все у нас пропадало и дрожало. Сейчас все нормализовалось, все отлично. И Faberlic впереди планеты всей. Огромные прокладки, которые вообще уберегут вас от любого рода протекания. Они очень круто впитывают. У меня к ним было одно нарекание, но я приноровилась. То, что крылышки, здесь есть сзади крылышки, очень комфортно. Они прям вот на широкие трусики, знаете, так раскладутся такие крылышки, расправятся. И невозможно протечь, скажем, прямо, да, с такими прокладками. В общем, все супер. А передние крылышки, да, как обычно, они, когда их на белье приклеиваешь, очень плохо держится на белье. Но я наслаиваю одно крылышко вот так на другое, и тогда вообще они их не вырвешь. Поэтому я нашла способ, как справиться с этой проблемой. Они меня во всем устраивают. Они гораздо круче, always впитывают. Даже вообще ни одни прокладки рядом не лежали. Есть тесты. Если хотите, можем с вами провести, но тогда мне придется always покупать, я не хочу. Я просто знаю. Я уже с этим сталкивалась. Мне знакомая проводила такой тест, скажем так, и нет равных этим прокладкам. Я пропила, девчонки, БАД Биоси. Очень хвалили для ногтей и для волос, но нет, его давно на складе. Красота кожи я брала. Так, артикул 81.04. Ничего сверхъестественного не заметила, как бы, но пропила и пропила. Состав хороший, витаминчики там и все. Ничего не могу сказать. Так, дальше закончилась одна баночка, еще есть в запасе. Это крем Love. Артикул 26.08, он обалденный, он спасает от многих бед. Когда включали отопление зимой, какие-то есть сухости, даже крестюшки я смазывала, ножки, ручки, как бы вообще никаких нареканий, он хорошо снимает сухость, раздражения какие-то тоже хорошо снимает, он безумно круто увлажняет, здесь у нас с вами ланолин, а это тоже очень круто, вот такой вот крем, прям рекомендую держать дома всем. Так, я тут недавно опять в ванной разбиралась, нашла две детских подмывашки, но этот гель для купания для младенцев. Мы как подмывашку его тоже используем в артикуле 1641. Но его нету уже, к сожалению. Но я, слава богу, дома откопала. Думаю, все, мне хватит продержаться до новинок 15-го каталога. Надеюсь, хватит. В запасах лежал. Они обалденные, но я не буду уже вам про них сильно рассказывать, потому что их больше нет. Смотрите, еще какая штука интересная. Мы с вами брали распродажи по срокам годности за копейки. Вот такие вот патчи. Да, гидрогелевые патчи для губ. Артикул 0296. Из серии Beauty Lab. У меня делала Ксюшка. Она попросила. Я пока никак не доделаю. У меня что-то времени нет. Я потом вам отзыв еще оставлю. У меня делала Ксюшка. Ей понравилось. Мне понравилось. Я не знала, кстати. Вот здесь в верхнем отделении скраб. Причем он такой вкусный, сладкий. Она его ела с губ, блин.
Я попробовала, тоже он действительно сладкий, сахарный, какой-то ягодный какой-то вкус. И внутри тут сам патч. Я его сохранила? Нет, я сохранила только от него вот эту штучку. И он огромный, Ксюк, когда делал, он мне это огромный, Ксюк, когда делал, вообще мы ржали, так надо было сфоткать. Вот, ну, в общем, ей понравилось. Я когда сделаю, я вам тоже отзыв свой оставлю. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки, их очень много было в этот раз. Ссылка для регистрации Faberlic всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Сейчас очень хороший подарок для новичков. Косметика для дома, которая всегда нужна. Порошочек и так далее. Будем общаться. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.